Карина. Карина. Мисс. Опять Карина. Но чтоб тебя, Карина! Давай, Карина, ну попади хотя бы в этого. Твою мать! Всем привет, это Айс. Сегодня мы играем в XCOM 2. Отряд Ненагибаемый на связи. У нас интересное задание под названием «Звездный форт». Сложность сложно, и мы начинаем. Проект Адвента опять почти завершен, поэтому если мы проваливаем это задание, то все, ГГ. Если нет, у нас еще будет шанс на то, что мы продолжим. Видите, 14 дней осталось. После последнего задания вы могли заметить изменения в экипировке. Да, мы немного проапгрейдились, и это очень хорошо. Потому что противники тоже проапгрейдились. Так, три пака уже спалил. Раз, два, три, да, три пака. Ну, действуем, как всегда, до первого пака, отдыхайте. Начинаем. Неплохо. Карина. Карина. Мисс. Опять Карина. Ну чтоб тебя, Карина. Давай, Карина, ну попади хотя бы в этого. Твою мать. И еще раз, Карина. Нет, еще раз не было. И даже по роботу не будет стрелять. Обидно, обидно. Ну, начнем с ребят сверху, я думаю. Надо бы гранатку на самом деле кинуть. По-хорошему, в тачку. Может быть, Ларка это сделает. Так, ладно. Вперед, мясник. 69, 67, 66, 62. 69. Нам вот этот парень не нужен вообще. И умер? Да. Дальше Мэтт. Мэдисон. Шестьдесят шесть, 63. Давай. Обидно, всего лишь один. Давай, удачный выстрел. Неплохо.
И теперь Shadow Step. Сокол, давай Shadow Step'ся. Shadow Step. Ну, должен попасть. И... Shadow Step. Повышение. А теперь Shadow Step. Отлично. Ивангай. Пол дома снес. Допрыгался. Координаты получены. Ну а теперь самое веселое. Ларин. Ларин. Вперед. Ловите, ребятки. Неужели выжил? Нет, не выжил. И это хорошо. Это было довольно легко. Перейдем к следующему паку. Мы сагрили этого тварь. Молниеносный рефлекс она демонстрирует. Но у нас ребята тоже. Не промахи, я хотел сказать, и все они абсолютно промахиваются. Первое попадание, Михаил Печерский. Далее Карина Шкура, стримерша. Минус один. Далее Bad Comedian. Вот так, девятка. И разрыв двух слоев брони. Мясник, минус один. Ну давай, добивай, Мэтт. Мэтт, давай! Да, Мэтт! Король добил. Вот так мы разбираем пришельцев. Сейчас найдем еще кому жопу надрать. Ну как-то так. Bad Comedian на сюда. Overwatch. Ясно. Буду на чеку. Ясно. Начинаю наблюдение. Сейчас будет контакт 100%. Смотрим. А вот и контакт. Михаил Печерский, единичка. Руслан Усачев, шестерка в сумме. Карина Стримерша, 7, крит. Bad Comedian тут же. 7-7. Тут Ивангай подключился. До встречи в аду. Ну, как-то они вяло, знаете. Я ожидал большего. В первую очередь, надо этими бежать. Нашими рубаками. Ивангай крит. Там еще один стоит. Давай. Ларка, 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 ненавижу тебя, давай. Вот не зря я тебя ненавижу. Оглушение на 2. Так, где тут наш Русланчик? Русланчик, вот он. Ну это однозначно будет фаталити. Руслан по-другому не умеет. Фаталити, давай. Да.
1-5 status confirmed. VIP is in tow. Proceed to the extraction point. Menace éliminée. Ну давай, Хованский, давай. Один. Вот так давай. Обнаружен. Да неужели? Хованский тоже подвел. Семерка всего лишь. Нежданно, негаданно. Лови. Крит, хорошо. Хорошо получилось. Миша Печерский затащил два контейнера, там вы видели. Мясник русский. Лови. Скушал, скушал. От сокола. Топ от сокола. Бэткомедиан. Кариночка. Мэтт. Мэдом ломаем. Здесь все нахрен. Да. Шикарно. Ну и сейчас добиваем это говно. Подкрепление даже будет. Так, мне надо Ивангая, Ларина и Руслана поближе туда подставить. Let's do this. Кариночка. Ну и сейчас мы делаем фирмовую засаду против ублюдков и проходим миссию. Все элементарно. Миша добегает, прилетают ублюдки. И сейчас их будут нагибать наши ребята. Зря вы спрыгнули. Руслан уже такой стоит, знаете, типа, сейчас вы получите. Единственное, патрон у него мало. Вот так Ивангай с Русланчиком расхерачили командора. Да не нервничай, не нервничай, не нервничай. Ой, мисс. Печально. Но ему в голову Бэткомедиан сразу же хедшот.
Царапина, да он вплотную ему в спину засадил. Хаван. Хаван затащил. Слабо, правда, на семерку всего лишь. Но все-таки. Вот так, в спину. По-моему, его нога вывернута. Ивангай также просто разносит. Он показывает единичку, смотрите, типа такой первый. И последний, последний. Давай. Выживешь? Опа-на, тут уже Ларин, смотрите. Ларин против. Вот так. Просто разнесли, ребят. Я думаю, тут уже все очевидно. Все, миссия выполнена. Миссия прошла на ура. Никто не ранен. Кое-кого даже повысили. Вот этих трех ребят. Мы их сейчас скачаем. Надеюсь, что мы успеем установить контакт с регионом, в котором находится база Эдвента, в которой уже, по-моему, три уровня прокачано ихний проект. Их проект. И мы сможем все-таки продолжить играть в XCOM 2. Не хотелось бы проиграть, вроде только начали мы апгрейдиться, меняться, нагибать очень сильно и активно. Поэтому надеюсь, у нас все получится. Если ролик вам понравился, ставьте лайки, оставляйте комментарии, а еще лучше подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч, пока!